пап, прости меня, я больше так не буду. А больше и не надо. Да черт с ними, с сигаретами. Ну, ты меня обманула, понимаешь? Пап, прости меня, мне просто очень нужны были деньги. Зачем? Просто нужны. Просто мог бы попросить у меня. Я просил. А я что? Не дал. Ну и правильно сделал, что не дал такому обманщику, как ты. А если бы дал, мне бы не пришлось обманывать. То есть, по-твоему, это я во всем виноват?